есть абсолютно достоверные демографические данные, что рождаемость падает после переезда в европейские страны гораздо быстрее, чем она падает непосредственно в местах проживания. Ну вот в той же Сирии за последние 30 лет рождаемость упала примерно в 2 раза. Ну, делайте прогноз. Мы живем в совершенно другом мире, чем даже 100 лет назад. Мы живем, во-первых, в мире, наводненном оружием массового поражения различных форм. Мы живем в мире, где 2 крупнейших теократических диктаторских режима на Ближнем Востоке, один из них обладает уже межконтинентальными баллистическими ракетами, другой вот сейчас работал над созданием ядерного оружия, и эта тема не закрыта, а если им удастся это сделать, то вот тот, который первый, он сразу же тоже его создаст, да? Мы живем в мире, где оружие массового поражения, все больше есть вариантов для того, чтобы оно стало доступным вот этим самым радикальным элементам. Вот вы считаете, что правильно была бы ситуация, если бы, собственно, цивилизованный мир нам сказал, ну, ребят, вы там сами разберитесь с вашей политикой, там, с вашим Путиным, а так пока нам чего, что Милов, что Милонов, извините, одно и то же. Вот не кажется ли вам, вот вам эта логика близка, исходя из... Ирина, а вы знаете, я вас очень, может быть, удивлю, но цивилизованный мир, вот он ровно так и делает.